Звучание аккомпанемента песни «Дорога, жизнь» открывает словно по-новому эту песню. Название песни читаешь и понимаешь, что вот такая бесценная дорога открывается. Столько в ней счастливых возможностей, столько радости, столько оптимизма. И сейчас аккомпанемент прозвучал как приглашение вот к такому звучанию. Какие счастливые возможности дарит это новое издание. Звучит бодрый, оптимистичный, устремленный ритм гитары. Она такая красивая, есть возможность его услышать, не познакомиться с музыкальным пространством песни. А благодаря тексту внутри меня происходит вот это соединение. Соединение музыки, аккордов и текста песни. Я ощущаю, что внутри меня происходит и рождается новое понимание и песни, и музыки. И я словно вхожу в эту песню благодаря тому, что я делаю этот шаг. И когда слушаешь гитарный аккомпанемент вот несколько раз, то его места становятся более родными и более знакомыми, узнаваемыми. От этого так радостно. Я слышать начинаю, как звучит то иное слово или то или иное событие в песне. И благодаря этому ощущается такая забота о том, чтобы можно было встретиться с музыкой, с тем, как звучит музыкальное пространство этой песни. Благодаря аккомпанементу еще ощущается, какая красивая мелодия в «Дороге жизни», в этой песне. И очень радует, что она знакома с ритмом жизни. Какой он очень зажигательный, вдохновенный и сердечный. Он как будто и приглашает более близко знакомиться с самой песней, с ее содержанием. И, конечно, очень радует, что сама гитара, она вдохновляет на познание самой песни. Песня открывает же комплекс «Милое Отечество», да. И получается, что это ритм не просто песни, а такое чувство, что встречаешься с ритмом жизни именно «Милого Отечества». Да, это открывается прямо дорога в сказочный мир сейчас. И благодаря музыке вот ощутилась эта щедрость «Дороги жизни». Так интересно, что начинает звучать аккомпанемент, и все внутри словно настраивается вот с таким оптимизмом, с такой радостью, как море возможностей счастливых открывается благодаря звучанию музыки.